У меня когда-то была идея сделать такое мат-ТВ, понимаете? Потому что только единственными вот такими емкими словами можно передать, вот, допустим, состояние этого автомобиля. BMW 530. И вообще, честно говоря, гордость меня берет за магнитогорский драйвер. Взять себе 530-ю, не 520-ю, не 525-ю, а трехлитровку. И держать ее в таком идеальном состоянии. Цена выше указанного лота 1 200 000. Цена новой BMW 2,5 миллиона. Я когда-то имел BMW в 40-м кузове. Это 60-й кузов. Мой ода этому кузову. Естественно, в очередной раз, когда появился на свет этот автомобиль, он произвел фурор. Потому что пятерка этого поколения не похожа на семерку нового поколения. Вот. Искренне удивился еще и тому, какая комплектация у этой пятерочки. Комплектация, так скажем. Ой. Ну, ездил я в S-классе последнего поколения, да? Вот. И скажу честно, я не совсем понял, откуда такие навороты. Ну, видать, все-таки битва за конкурента, в смысле, за клиента. Потому что, ну, обратите внимание, сервоприводы сидений. Пожалуйста, устали у вас ножки, и подколенник выехал. Пожалуйста, спина у вас немножко, ну, напряглась. Это не просто вот сюда-сюда, а вот так. Еще что есть? Еще есть боковая поддержка. Ну, естественно, BMW это машина для драйвера. Естественно, таких машин вообще в Магнитогорске покупалось мало. От 545-х там и М5, таких вообще купили 2 штуки. Трехлитровка, да, мой любимый размер, мой любимый, как говорится, вал. Хотите узнать, что такое 258 лошадиных сил от BMW? Сейчас проверим. ДТС выключаем. Ну, на электронике. Так, все, маневр первое. Ну, полетели. Вау! Вау, вау, 7000 оборотов. Вау, 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 вау. Но вам еще никогда не говорили, что очень тяжело ехать, и снимать. Кайф. Да, в общем-то, прости меня, пускай моя жена ее немножко сдула нафиг. Вот. Что, все эмоции на лице написаны? Да, вот они тут, у меня такие эмоции. Кроме всего прочего, машина чем мне еще понравилась? Тем, что у нее офигенный багажник. Просто то, что надо для активного отдыха. А, и для съемок программы «Автостоп». Вот как раз для меня размер. А тут немножко я вам рассказал свои секреты, как я снимаю передачу. Так, во всем остальном. Во всем остальном полный BMW-шный фарш. Я послушал музыку, кстати. Ой, сабы, по-моему, везде вот в воздухе. Вот, достойный звук. Вот, про климат-контроль. Климат-контроль двухзонный, и он реально работает, знаете, он не такое всякое перебердение. Причем можно даже в пределах 5-6 градусов разделить. То есть здесь 19, там, допустим, кого-то 24. Не проблема. Вот. Как купить такую машину, тоже не проблема. 1 200 000 в кредит, я вам сейчас калькуляцию посчитаю. Калькуляция примерно получится из расчета, ну, ориентировочно в 18 тысяч в месяц. Ну, нормально, на 5 лет спокойно, не проблема. Что касается внутреннего оснащения, ну, слово есть все, неприменимо. Сигнализация фирменная BMW-шная, машину просто закрыли, и люк, и все остальное закроется, естественно. Вот, но мало того, подошли, кнопочку нажали, все вернулось на свои, как говорится, законные места, как только вы ее оставили в машину. Окошки открылись, люк, все дела. Так, вернем на груди свое весь автомобиль, поедем комфортно и укажем телефоны, по которому вы можете созвониться с владельцем, вот, и принять для себя достойное, взвешенное решение. То есть купить BMW за 1 200 000. Вот.